Я продолжаю обработку от гнили своей мини-орхидеи. Извините за предыдущее видео, оно не вовремя остановилось. Я снимаю на телефон, и память закончилась. Вот. Эту орхидеечку я буду обрабатывать зеленкой. Я знаю, что многие не рекомендуют, и это опасно. Но в данном случае, когда уже гниет орхидейка, ну, мне кажется, лучше уж обработать хорошенечко. Вот и посмотрим. Одну я обработала Максимом, а вторую орхидеюшку я обработаю зеленкой. Вот. Она подсушит. Я знаю, что у многих погибают растения после зеленки. Говорят так. Но мне кажется, что все зависит от того, насколько еще сильное, насколько поражение этой гнилью цветочка. Потому что у кого-то уже процесс пошел, можно сказать, необратимый. Ну вот, посмотрим, что будет с нашей растюшечкой. Вот так я обработала это растение. И второе растение мы обработали Максимом. Вот это вот Максим. Это зеленка. Что буду делать с ними дальше, вы увидите в следующих видео. И все равно жду, если кто-то еще что-то может посоветовать, жду ваших советов, мои хорошие. И спасибо Светлане и Марине за то, что они меня консультировали в 2 ночи. Привет вам и благодарность от меня. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всего доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.